Ребенок за миллион корреспондент А.Т. стал свидетелем задержания женщины, которая продавала новорожденную дочь. 6 марта 2019 года, 22 часа. Петр Светов. Столичная полиция пресекла попытку продажи младенца за 1 миллион рублей. 23-летняя гражданка Киргизии, постоянно проживающая в Уфе, попыталась выручить деньги за своего ребенка в Москве. С будущими покупателями она договаривалась еще в январе, находясь на восьмом месяце беременности. 27 февраля она родила девочку, а уже 5 марта встретилась с подставными родителями и передала ребенка, после чего ее задержали оперативники. Известно, что год назад она уже собиралась продать свою старшую дочь, но затем передумала. Всего у девушки трое детей от разных мужчин. А.Т. стал свидетелем предотвращения правоохранительными органами продажи новорожденного ребенка. Информация об инциденте была распространена к СОСК по городу Москве. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ПП. Б. Зече. 2 статья. 127.1 УК РФ, продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба СК. По версии следствия, Барнахон рассел и запыталась продать ребенка за 1 миллион рублей любому покупателю через соцсети. Она маскировала сделку под поиск приемных родителей для новорожденной дочери. 5 марта женщина встретилась с покупателями на востоке Москвы, получила от них деньги и написала расписку об отказе от ребенка. Сразу после получения денег подозреваемая была задержана в присутствии корреспондента RT. В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме. В настоящее время жизни ее ребенка ничто не угрожает. Решается вопрос о предъявлении фигурантки уголовного дела обвинения и избрании ей меры пресечения связанной с лишением свободы. После сделки мы друг другу никто в августе 2018 года 23-летняя Барнахон уже пыталась продать своего ребенка с помощью объявления в соцсетях. На ее предложение откликнулись активисты движения «Альтернатива», занимающегося борьбой с торговлей людьми. Увидела в сети объявление «Ищу усыновителей». Девочка 1,3 месяца. Москва, рассказала А.Т. Общественница откликнулась, ответила женщина. Сказала, что ребенка она отдает не бесплатно, а за миллион рублей. У меня была легенда, будто мы с мужем состоятельная пара и у нас не получается завести детей. Обо мне она особо ничего не спрашивала, дальнейшая судьба девочки ее тоже не волновала. Главное условие было, после сделки мы друг другу никто. В первый раз покупка не состоялась, родственники отговорили Барнахон, но уже 18 января 2019 года она повторно вышла на контакт с Юлией из альтернативы. Спросила, ищу ли я еще ребенка, рассказывает Юлия. Я сказала, что да. Выяснилось, что она вот-вот родит девочку. Условия сделки те же, миллион рублей. Сама она из Уфы, но договорились, что рожать и передавать ребенка она будет в Москве. Барнахон смогла добраться до Москвы на попутной машине в 20-х числах февраля. С собой она взяла своего первенца, трехлетнего мальчика Мустафу. Девочку уже, которую она пыталась продать еще летом, женщина оставила со своим молодым человеком. Внешне абсолютно не переживала. Полиция знала о предстоящей сделке, Юлия сразу обратилась к ним после первого контакта с Барнахон в январе. За разработку и проведение оперативно-следственных действий отвечал 21-й отдел 6-й Орчгу МВД по Москве. В качестве места проведения сделки для гражданки Киргизии и ее детей была снята квартира на первом этаже дома на Халтуринской улице на востоке Москвы. 27 февраля она родила девочку в Акушерско-гинекологическом центре ГКБ им Ф.И. Иноземцева. Она написала мне в день родов, рассказала. А.Т. Юлия. Решили, что сделку проведем 5 марта днем. Моим мужем должен был выступить еще один волонтер альтернативы Ренат. В назначенный день около 14 часов Юлия и Ренат в сопровождении полиции приехали на Халтавинскую. Оделись для спецоперации волонтеры нарядно, чтобы больше походить на богатую пару. Оперативники предоставили им аппаратуру для скрытой фиксации преступления, выдали муляж миллиона рублей наличными, две пачки по 105-тысячных купюр в замотанном резинкопрозрачном прозрачном пакете. Юлию и Рената проинструктировали, как вести себя во время сделки, им нельзя было оказывать психологическое давление на продававшую ребенка мать или иным способом склонять ее к преступлению. Ближе к 16 часам Юлия и Ренат зашли в квартиру к Барнахон. Она была одета в длинный, практически до пола черный балахон с капюшоном. Женщина сидела на раскладной кровати в комнате с укутанным в пеленке младенцем на руках. Ее сын в это время играл на полу машинкой. Перед тем, как приступить к самой покупке, Юлия и Ренат пытались отговорить Барнахон от сделки. Мы ей сказали, что если она сейчас откажется и уедет, никто ей ничего не скажет и не сделает. Описала А.Т. обстоятельства задержания Юли. Спрашивали, может, она успела как-то по-матерински прикипеть к девочке за неделю, не будет ли жалеть о том, что ее отдает. Она была непреклонна и внешне абсолютно не переживала. Мать новорожденной дала расписку в получении денег. В бумаге указала, что, находясь в здравом уме, получила денежные средства в размере 1 миллион рублей и дальнейших претензий на ребенка не имеет. Писала она аккуратно, красивым почерком, совершенно без волнения и спешки, рассказала Юлия. Затем Барнахон взяла деньги у Юлии и передала ей на руки ребенка. Продавщица не пересчитывала купюры и не разворачивала пакет с муляжом, просто положила его на полку шкафчика. Для полиции это стало сигналом к действию. Не успела Барнахон понять, что дверь квартиры снаружи кто-то открывает как в помещении уже оказались оперативники. Один из полицейских подошел к мальчику, предложил ему поиграть с машинкой на кухне, тот с радостью согласился. Младенец на руках Юлии тихо спал. В истории могут появиться дополнительные сведения. Сотрудники полиции почти сразу увезли детей и задержанную. Мальчик с удивлением смотрел на толпу журналистов. Его новорожденную сестру несла инспектор по делам несовершеннолетних. Подставным покупателям операция далась еще тяжелее. Я никак в толк не возьму, возмущалась Юлия. Только родила и продавать своего ребенка. Я, пока ребенка не увидела, еще спокойно была, но сейчас трясет. Я никогда никого сажать не собиралась. Ну куда бы девочка попасть могла? Хочу сказать большое спасибо нашей полиции. Через несколько часов следственные мероприятия в квартире были закончены. Подозреваемая в преступлении гражданка Киргизии пришла в себя и призналась, что ей стыдно. По ее словам, задумываться о продаже ребенка она стала еще в октябре, когда была на пятом месяце беременности. Тогда ее бросил муж. Официально она никогда не была замужем, она оказалась фактически на улице и без работы. Родители девушки якобы сказали не морочить им голову своими проблемами. Сейчас Барнахон находится под стражей. По статье женщине грозит до семи лет лишения свободы. Ее дети временно будут отданы в приют. По информации RT, сейчас их пытается забрать к себе бабушка. Родственники женщины утверждают, что не знали о ее намерении продать младенца. С покупательницей новорожденной девочки Юлия почти сразу на связь вышел непонятный мужчина. У меня есть подозрение, что он либо ее сообщник, либо организатор. Сейчас сложно сказать, пояснила Юлия. Она то при общении тихо оказалась, а переписку за нее вели довольно бодро. Думаю, в этой истории могут появиться дополнительные сведения.